Ребят, всем доброе утро. Мы проснулись. Прям так долго сегодня спали. Папа у нас на работе. Все втроем дрыхли. Вот, в общем, встали, уже себя привела в порядок. Нанесла опять кремушек, расчесалась. Вот. Так что потихоньку. В общем, хожу я чуть легче, но недолго. То есть я могу, например, опираясь на Игоря, не сильно наступая на левую ногу, дойти сама. Но когда проходит, я не знаю, ну, обратную дорогу, мне уже больновато, и потом начинает болеть. Уже потом лежишь, и оно болит, болит, болит. В общем, возможно, чуть стало легче именно вот поднятие, то есть спина не такая напряженная. Но все равно, наступая на левую ногу, конечно же, есть дискомфорт, и сидеть я точно пока не буду, даже когда у меня прям более-менее пройдет, пока нет. И ходить тоже, конечно, не нужно. Лучше поберечься и думать, что дальше, как вообще сегодня, может, с Игорем поговорим. Так что как-то так. Игорь мне уже принес чай, и с дня рождения мамы остался еще кусочек торта. Я сейчас его съем. Мама думала, может, папа съест, папа не съел. Шел на работу, так что я его схомячу. Чуть не хочется никаких бутеров. Опять у меня перхоть пошла. Надо таким шампунем мыть. Постоянно перхоть. Вот. Шампунем профессиональным, тот, который против перхоти, в аптеке покупала. Им давно не мыла, конечно, я что-то подзабыла. Я с собой его взяла, поэтому помою. А так, каких-то планов, не знаю, ну, с праздником вас, во-первых, сегодня у нас 9 мая, всех с праздником. Вот, какие планы, наверное, работать. Наверное, все-таки работу делать. Но сегодня, может быть, мы втроем что-то посмотрим. Там кузен вышел, еще что-то. Блин, у меня прыщик скачал, тут, знаете, во рту, тут, так больно вообще. Такая маленькая херя, так болит. Вот, в общем, такие дела. Вообще, на самом деле, у меня такое настроение, мне так хотелось бы сейчас погулять в городе даже, наверное. Погулять в городе, покататься на самокатах, красиво накраситься, а не лежать. Так что вот такие дела. Ну, так, в принципе, бодрячком, понимаю, что чуть легче стало. Возможно, нужно тогда выдвигаться в город, пока я как бы более-менее терплю и могу доехать. Потому что там еще ступеньки. Мы вот вчера, когда котиком сходили, я не пожалела, было больно, но я так по ним соскучилась. И когда вот мы поднимались на крыльце назад, было очень больно. И Игорь говорит, а как ты будешь в городе 3 этажа подниматься? Я говорю, блин, не знаю. Но все равно же как-то надо ехать. Может быть, наоборот, сейчас, если затишье, надо этим положением воспользоваться. Ну, не знаю, будем думать, обдумывать, что у нас там по работе еще, какие задачи перед нами стоят, то чтобы клиентов не подводить. Как-то так. Я не сильно прям выспалась, хоть мы и долго спали, уснули поздно, рано уже под утро. Игорь вообще не спит рано, но уснул. Я проснулась, не спит. Начала на него наезжать, я говорю, ты чего, офигел, 5 утра, давай спи. А сейчас у нас время, скажи. 12:30. Мы встали на 11:30. Уже час пролетел то-то-то-то. Так что жду Игоря и будем завтракать. Я сейчас штани включу. Давай, баб, пока. Так что, поняла? Пока. Я тебе неплохое пожелала. Только все хорошее. Давай, баб. Давай, отдыхай. Хорошо. Ребят, ко мне бабушка приходила, болтали. Сейчас будем обедать. Вот, меня что-то прям знобит, я не говорила, не знаю, у меня что-то температура, короче, 37. Вот и зноб, ноги ледяные, нога вот эта левая особенно, все холодная, не знаю, может, кровообращение нарушено. Короче, надо что-то определять, думаем сегодня целый день. Короче, буду в курсе вас держать. Ребят, вы не поверите, но я хожу, я дошла. Сама варю макароны. Вот Игорь гуляет, не хочу его напрягать, уже устали все от меня. И сижу, работаю тут. Ну, не сижу, а лежу. Стараюсь не сидеть. Вот, и лежа работаю тут в этом зале. С мамой тут. Просто очень уже устала. Если честно, больно очень, но я делала гимнастику. Вроде чуть полегче. Дай бог, чтобы все наладилось. Что я не хочу никаких операций делать. Я еще сегодня так все много всего такого начиталась, что как-то не хочется. Сварила себе сама макароны. Буду кушать с котлетками,
огурчики, помидорчики. Игорь тоже там кушает, там сидит, рыбку ест. Будем смотреть «Контакты» с Горбачёвой. Я вчера смотрела, мне так понравилось. И говорю Игорю с мамой, что им тоже стоит посмотреть. Так что всем приятно, кто тоже кушает. Счастливо пожелал с могущественной царицей Египта великолепной и страстной Клеопатры. Мне все это надоело! Слышишь? Надоело! На простом учителю гимнастики? Что ж, а судьба до после львов. Я запрещаю причинять ему боли! Я люблю его! Ты слышишь? Любишь его? Любишь его? Эван, представителя претенденции-сыня нового хозяина Китая. Какая большая империя и такой маленький советник. Как вы знаете, размер не имеет значения, великий цесарь. Кое у кого нет ничего. Гарри, чего вы хотите? Я пришел предложить вам несметные богатства моей страны в обмен на небольшую военную поддержку. Твоей страны? Даже Александр Великий отказался завоевывать Китай. Это прекрасная возможность расширить мою империю, вашу империю, отцы. Но я уже достаточно завоевал. И мое имя навсегда будет выгравировано на мраморе истории. Обожаю, когда вы так говорите. Как завернул. Правда? Бетрикс, мой биограф из Галлии. Что может лучше вдохновить, чем головокружительный успех могучего Цезаря? Ради бога, идите уже. О, Цезарь, небольшая поправка. Вас, творящего историю, в Китае совсем никто не знает. А я что говорила? Что? Ну, не хватит и этой истории! Вы, Цезарь, завоеватель, и меня не знают? К сожалению. Пил его. Чуть-чуть попробовал, как получилось. Рында. Да, Рында. Удачи, принцесса. А вы двое. Будьте смелыми, безрассудными и легковерными. Одним словом, будьте галами. Держитесь крепче. Мы доберемся намного быстрее, чем вы сюда. Быстрее, чем вы сюда. Прошу прощения, но я хотел бы отметить, что роль барда прославляет героев и их подвиги. Да, а если не путешествовать, как я им стану? Отлично, идея. Только не хочу отлить. О, нет, меня забыли. Меня забыли. Арморика. И вот наши друзья на огромной скорости помчались на юг. Вот тут я мигал. Фиги, я тебе принесу. Что ты здесь забыл? То же, что и ты. А принцесса знает, что ты поглядываешь за ней. Какая прелесть. Учится стирать. Знает, что ее ждет суровая жизнь в Галлии со мной. Вот видишь, уже готовится. Принцесса Китая в Галлии? В деревне? Это смешно. Ребят, я решила посмотреть «Шастуна» с Мией Бойкой. Немножко тут вечерняя истерика. Очень хочется ходить, но есть боль. И попыталась себе сама сделать чай. Было очень больно. Пришлось лечь. И Игорь меня все доделал. Уже не хочется ни о чем никого просить. Хочется все самой. И уже устала лежать просто сейчас на черножике опушек. Так что немножко грусти. Я попью чаёчек, посмотрю «Контакты», наверное, буду отдыхать. Что-то как-то сегодня больше ничего не хочется вещать. Так что спокойной ночи вам. Вот, а Игорь тут вот сел рядом играть за ноутом. Всем спокойной ночи, всем пока-пока.